Ну что ж, а уже зараз с нами на видеосвязи с Варшавы один из лидеров теперешних белорусских протестов. Это керовник Народного антикризисного управления Павел Латушко. Спадар Павел, витаю вас. Добрый вечер. Спадар Павел, вы, как человек, який были так само внутри системы, ну а сегодня вы не были на этом сходе, вы вонки можете назирать за тем, что отбывается. Як бы вы оценили и назвали, коли б можно было назвать отповедно сапраўднай сутности у Всебелорусского народного сходу это мероприемство? Ну, вы ведаете, я апошнюю посаду, якую займал в Беларуси, это директор Национального театра имени Янки Купалы, так что могу характеризовать это театральным подходом. Это был театр, спектакль одного актера, якого мы чули на протягу годину. И, ведаете, есть такая так самый вырос у Станиславского, бодай же, верю или нет. Вот не верю. Оказывается, что мы то, что сегодня побачили, это все было хлусня. Хлусня практично кожный сказ, кожный импульс, кожное слово, якое он казал, и он фактично не казал правду и хлусил про все то, что оценивал. Послушайте, лозунг у Всебелорусского народного сходу – это одинство, развитие и незалежность. Ці можна неяк пракаментаваць гэты лозунг адпаведна цяперашняй беларускай сітуацыі? Ну, адзінства няма, бо фактычна само арганізаванне Всебеларускага народнага сходу, так званага, якім чынам яно адбывалася ў парушэнні дзеючай канстытуцыі, бо няма такого органа і закона аб масавых сходах, так што і выбранне дэлегатамі дэпутатаў, самавыбранне, прызначэнне толькі дырэктараў, тут также ўжо паказвае, што няма адзінства. Што тычыцца пытанняў незалежнасці, то вельмі цікавым з'яўляецца тая промова министра замежных справ Макея об том, что Беларусь больше не повинна быть нейтральной державой, не заховывать нейтралитет, який был записан в Конституции, а повинна докладно окреслить вектор своей внешней политики. Так что Макей планует фактично стать министром справу по взаимоотношениях с Россией, бо замежных справ больше не застанется, опроша только одного вектора в внешней политике. Еще таки момент. Лукашенко сегодня завочно спрачался с своими политическими оппонентами. Он звертался по сутности до их. И было такое назирание, что коли он это робит, то он по сутности признает их силу. Ці згодны вы с гэтким назиранием? Да, я згодны. Я думаю, что ён отдае сабе справаздачу, что ты процессы, якія пачаліся ў беларускім грамадстве яшчэ напередадзе жніўня, пасля жніўня 2020 года, гэта магутныя процессы, вельмі моцныя. Тым больш ён кажа і пра патриотичное выхование, необходимость узмоснения працы информационных ресурсов, интернет-ресурсов, телеграм-каналов, державного ухилу. Все это свидетельствует про то, что он абсолютно сдает себе справу, что той процесс, який почався у белорусском громадстве, он вельми могутный. Але он не отдает справоздачу одному, что этот процесс уже не перепынить. У головах людей, у сердцах, у душах уже прошли змены. И эти змены, яны не зворочные. Фактично, немагчыма уже будет вернуться у зыходную кропку до выборов, коли больше-меньше была, ну, довольно стабильная для Лукашенко, минавито для его персонально, ситуация. Ну, мы бачим, что то фактично сегодня он повторяет ту и самую риторику, якую казал и на передадні выборов, это и третья сусветная война, вокол Беларуси одни вороги, не учите жить, дайте денег, коли он каже про взаимоотношения с Европейским Союзом. Китай стал нашим соседом, независимо от того, что он далеко, или оказывается у нас уже агульная межа с Китаем.
побегал с автоматом, а стал неугоден. Ну, фактично, это вся риторика, якую мы чули ранее, якая заховывается сегодня, якая будет головным для Лукашенко и на будущее. Фактично, он выступает в заочной дискуссии навод с чиновенством, якое собралось в этой зале, бо реальной дискуссии навод с чиновниками нема. Это, по-перше, а тем больше он не готовы вести нормальный демократичный диалог с громадством, большинство якого не подтримливает больше Лукашенко. Это по-другое. Так что он, в принципе, человек, який не схильны чуть, почуть, прислуховываться, робить высновы с того, что кажут ему выборщики, с того, что кажут ему большинство белорусов. И он будет умацовывать свою владу, умацовывать, выкористовывающие силовые аппараты. Мне кажется, что не варто гублять час на то, как анализовать передумовы з ухода з яго з улады. Мы ведаем яго характар. Яго характар заключается у адным. Ён не уявляе абсолютно свайго жыцця, свайго лёсу до апошняга дня без пасады прэзідэнта. Ён будзе рабіць усё, каб захаваць гэтую пасаду. Таму павінны мы быць моцнымі, мы павінны быць аб'яднанымі, мы павінны выкарыстоўваць усе магчымыя даступныя нам мірныя інструменты дзеля таго, каб прывесці да павагі, да свайго выбару, да таго выбару, які зрабіў беларускі народ. Лукашэнка павінен зайсці. І мы не маем права адмовіцца. Это уже с моральных принципов, бо сотни политичных зняволенных находятся за кратами, еще сотни чакают криминальные присуды. Кольки людей, белорусов потерпело, десятки тысяч. Тим маем мы моральное право забыть про это, погодиться, заплюшить очи и снова пойти на кухне и размовлять там про то, калісьці наступит той час, калі Лукашенко адыдзе. Я думаю, что каждый из нас по особку, але все разом мы будем робить гэты выбор. И выбор, мне падаецца, уже зроблены. Мы не погодимся с гэтым николі. Спадар Павал, вы нават не уявляеце, наколькі я вам удзячны за тое, што вы сказалі, што не мае сэнсу абмяркоўваць Лукашэнку. Я з гэтага сённяшняе выданне пачынаў, і давайце сапраўды на гэтым спынім абмяркоўваць яго, перайдзем да таго, што варта рабіць. Але перад гэтым на момант дамо слова нашым суайчыннікам, уласна беларускі народ, уласна выбарцы, якіх вы згадвалі ў сваім апошнім адказе. Чаго чакаюць нашыя суайчыннікі ад усебеларускага народнага сходу? Такое пытанне мы задалі мінакам у Віцебску. Давайте послухаем отказы и, уласно, вернемся до альтернативы. Конечно. Я считаю, для людей не имеет никакого смысла это собрание, ну, для думающих людей. Это чисто для галочки. Мне нравится, что он будет. Я думаю, что решения какие-то примет. Так что я думаю, что все будет хорошо. Это не народный сход. Это чиновники и прихлебатели Лукашенко. А что про это говорить? Ну, что это то, что президент нелегитимный, то и сход нелегитимный. Будет проходить сход, но какие-то основные вопросы будут там рассматриваться. Ждем, какие вопросы, какой будет результат, посмотрим. Это все только картинка, а по факту там ничего не решится. Для Беларуси полезно там ничего не будет. Там ничего нового не будет, что все эти делегаты будут молчать. И кивать, им же за это заплатят денег. И еще, кстати, у них там экскурсии будут, мне рассказали, потому что у меня у знакомой начальницы делегат. Там у них экскурсии, проживание трехдневное, в общем, веселуха полная. Надеюсь, они круто потусят, но нам ничего хорошего с этого как бы не выпадет. Ну, вот такие меркования жыхароў Віцебску, якія мы пачулі. Спадар Павал, уласна, да альтернативы. На чым варта зараз засяродзіцца, потому что агучана прынамсі некалькі пераможных планаў, прынамсі некалькі тактыкаў, некалькі стратэгіяў. І не гледзячы на ўвесь гэты букет агучаны, ўсё роўна застаюцца галасы вось беларусаў. Дык а што ж вось нам-то канкрэтна вось сёння, заўтра рабіць? Ці можна вось штосьці такое прапанаваць сёння? Альбо не варта прапаноўваць, а варта вось прапанаваць узяць адказнасць на сябе і ровно столько, кольки каждый может взять. Як отказать на это питание?
Ну, я не зусім згодний з вами, що огучено некілька тактиків, некілька стратегій. Може, я не ведаю про ті тактики і стратегії, які ви маєте на увазі. Ми кажемо про сумісний план діянняў і сумісну стратегію со штабом Світлани Тихановської і Народного антикризисного управління, так само до якого у ніяких елементах можуть долучитися і Координаційна рада, і інші політичні сили, штаб Валерія Цепкала. Це по виніках той зустрічі, яка відбулася у Вільні, у Тракаї, коли быть докладним 2 тижні тому назад. І гэтый план сумесных дзеянняў прадугледжвае абсалютна ясны і зразумелы, як нам падаецца, інструменты. Варта пра іх казаць і варта над імі працаваць. І мы ўжо працуем. Гэта не дэкларацыя, гэта не просто пустыя словы. Гэта ўжо тое, што рэальна ажыццяўляецца і штабам, і антыкрызісным управленнем. Гэта перадусім маштабіраванне ціску на ўладу, выкарыстанне эканамічнага ціску, выкарыстанне персональных санкций. И гэты тиск экономичный и персональный, он связан передусім с тем, что улада и сегодня на этом так званом сходе не признает факту забойства, не признает факту политических репрессий, факту гвалту у относинах до десятков тысяч граждан в Беларуси, не хочет возбуждать криминальные справы по этих злочинствах. И это, саправды, является головной проблемой, чему и головным причиной, чему выкористовывается інструменты ціску. Наступным для нас вельмі важным з'яўляецца гэта антыпрапаганда, бо фактычна рэжым робіць усё, каб прапагандысцкімі метадамі зрабіць падзел у грамадстве. Бо чаму ён зацікаўлены ў падзеле ў грамадстве? Бо калі ствараецца гэта інфармацыйная прастора, што нібы ў грамадстве існуе падзел, гэта падстава для ўжывання інструментаў ціску і санкцый супраць беларусаў. Для нас вельмі важным з'яўляецца тое, чтобы працаваць чиновниками, которые все больше и больше не готовы працаваць для Лукашэнкі, а готовы працаваць у інтарэсах краіны. Мы казалі пра сотні ўжо тых дакументаў з пасведчанняў дзяржаўных чыноўнікаў, якія мы атрымалі ў рамках працы антыкрызіснага ўправлення, і мы будзем працягваць гэтую працу да 25 сакавіка. І кожны чыноўнік, які готовы працаваць для будучыні Беларусі, готовы зрабіць свой выбар, не готовы рабіць злачынствы, мае на гэта права, і мы заклікаем іх да гэтага. Пазней мы, конечно, кажем, что отказность будет не агульная, она будет персональная в рамках правовой державы, как это існуе во всем свете. Наступная – это активизация супрацовництва, схилять силовый блок для переходу на бок народу. Это вельми складаная задача. Я тут не идеалист, але гэтая праца так само распачата. Ну и вельми важный инструмент, який мы вводим зараз, это личбовый референдум. И это наш парадок дня, який мы пропановываем для белорусского громадства, и мы спадзеемся на подтрымку белорусов. Мы хочем, и я думаю, что мы уже зрабили першие кроки, каб диктовать свой парадок дня режиму. Мы поставим на гэты референдум те пытания, якія важные для грамадства, якія выберуць само грамадства. Пасля гэтага у нас з'явіцца абсалютны дадатковы інструмент ціску на ўладу з пункту гледжання выканання менавіта волі беларускага народа. Бо Лукашэнка таксама заяўляе ў гэтым праекце усебеларускага сходу, ідзе гаворка пра магчымасць правядзення рэферэндума. І мы будзем ставіць пытанне пра рэальны рэферэндум і менавіта з нашым парадкам дня, з тым, які хоча паставіць ставить громадство. И будем это... Активность вуличная. Вот это все инструменты, которые уваходят у план вызволения Беларуси «Весна 2021». Это умовная назва. Зразумела, что это важно, как мы окресли термин, але это термин не ультиматум. Это термин для нас, для дзеянняў, которые мы уже почали. Дякую вялікі вам за размову. Я цябе рэмарачку, каб у нас не засталося непаразуменняў наконт планаў, я меў на ўвазе, канешне ж, агульны план, а таксама планы, агучаныя тымі сіламі, якія чамусьці змагаюцца не з Лукашэнкам, а якраз з адзінымі дэмакратычнымі сіламі. І таму сёння, акрамя падзякі за сённяшнюю размову, хачу падзякаваць вам таксама і за захаванне адзінства, а таксама за тое, што не складаеце рукі і зычу усім нам перамогі. Дякую вялікі вам. Гэта быў... Дякую вялікі. Дякую. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, быў з намі на відэасувязі.